Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 24 года, ему 27, я встречалась с парнем 2 года. На днях расстались по его инициативе, но причина была глупой и выдуманной. Мы стабильно раз в месяц или даже чаще расставались, в течение недели мирились. Он запрещал мне ходить с подругами в кафе, гулять, ходить на день рождения к подругам, в общем, все запрещал. Спорт, пляжи. Запрещал носить платье выше колена, джинсы, я всегда должна была быть на связи, не дай бог, не ответила сразу, тут же был скандал, значит, я была с мужчиной, а постоянные подозрения, обвинения в неверности, нельзя заходить в соцсети, при этом виделся с друзьями, мог мне не отвечать, сидел в соцсетях, для него это норма. Говорит я мужчинам, что можно все, ты женщина, должна команды мои выполнять все. В общем, можно сказать, тиран и абьюзер. Я никак не могу выйти из отношений, понимая, что дальше будет хуже, может быть, будет и т.д. Но он меня так подавил, я жизни не представляю без него. Хотя понимаю головой, что так нельзя дальше. Я перестала общаться со всеми подругами, не пошла на свадьбу к лучшей подруге за него, помогите, как пережить. От меня будто часть оторвали, не знаю, как жить дальше. Вопрос задает Анастасия. Настя, понимаете, в чем как бы здесь штука? Штука в том, что вы изначально, на мой взгляд, еще до того, как, в общем-то, начали отношения с данным мужчиной, да, вот, вы, скорее всего, уже до этого находились в определенном состоянии. Как бы в определенной, так скажем, готовности вы находились к тому, чтобы вот в такого рода отношения вступить. Да? То есть у вас, например, по большому счету уже была некоторая склонность к тому, чтобы какого-то человека наделить такой вот властью над собой. Вот. Случайно ли это? Да нет, конечно. Случайно ли вы не знаете, как жить дальше? Нет, конечно. Это не случайно. Подобные вещи не происходят случайно. Есть к тому основания. Вот. И нужно увидеть, нужно определить, что это за основание. Вот. Если вы, ну вот, допустим, стремитесь к тому, да, чтобы как бы жить для кого-то. Вот. Если вы не представляете своей жизни без кого-то, то это означает только то, что вам сложно жить для себя. Вот. С одной стороны. Вот. С одной стороны. Вам сложно, тяжело жить для себя. С другой стороны. Важно понимать и то, что вы чувствовали с данным мужчиной. Несмотря на то, что вот вам какие-то вещи вот
не нравится. Вот. То есть, да, вам что-то не нравится, да, вам не нравится, как он себя ведет, да, вам не нравится там его отношение к вам и так далее, это правда, но все равно вы с ним. То есть что-то вас все равно удерживает с ним. И задача здесь увидеть, что удерживает вас рядом с ним. Вот именно вот как, ну, как конкретно, чего вам вот хочется там. Вот. Это очень важный момент, как мне кажется, по крайней мере. А дальше это работа и над формированием или формулированием своих собственных целей и жизненных направлений, да? Вот, вот. С другой стороны, это работа с определенными страхами, это работа с определенными, ну, например, вот, то, что вы, допустим, ну, можете, да, грубо говоря, бояться, да, вы можете бояться чего? Вы можете бояться остаться одной, например. Вот. Вы можете бояться одиночества, вы можете бояться, что не будете кому-то нужны. То есть, знаете, вот такая вот история. И столь яркая, столь вычурная, я бы сказал, даже в какой-то степени гротескное поведение мужчины, вот. Ну, как бы вот в том смысле, да, что я мужчина, ты женщина, там, выполняют команды мои, как вот вы говорите, столь ярко и гротескно поведение человека, на мой взгляд, невозможно без вашего участия в какой-то степени. То есть, что это значит для вашего жертва? Это значит, что вы сами как-то на это откликали. Да? Или откликаетесь. Вот. Вопрос только вот в том, как вы на это откликаетесь. Как и вот какой частью себя. То есть, условно говоря, ну, если вы там тревожны, например, да, если вы тревожны, если вы ищете для себя там возможность избежать каких-то проблем, если вы ну, довольно часто стрессуете или не уверены в себе, то вы ищете себе такого защитника. Вот. И нужно понимать, что как бы ничего плохого в том, что вы ищете защитника-то нет. То есть, ну, все мужчины в той или иной степени, да, наверное, являются защитниками для своих женщин. Просто идея-то в том, чтобы это было вот в каких-то, ну, разумных пределах, понимаете, вот. А здесь явно идет перекос, вот. Здесь явно идет перекос в сторону подчинения, вот. И то, что мужчина-тиран, например, выдает то, что вы жертва, следуя как бы ну, естественной вот системе, следуя естественной системе взаимоотношений между
людьми, людьми, понимаете? Вот. И, соответственно, раз вот вы жертва, что как бы нужно смотреть, где, как и в чем вы жертва. Вот. Понимаете, да? Что вот, ну, что нужно сделать, что нужно вам сделать. Вот. То есть увидеть, где и в чем вы жертва. Вот. Увидеть, где и как вы, как бы, ну, продвигаете жертвенную модель поведения свою. Вот. И когда вы это увидите и начнете хотя бы для начала это замечать, а позже и корректировать, например, в какой-то степени, то я думаю, что ситуация улучшится. Вот. Вот примерно такой момент можно здесь вам раскрыть и продемонстрировать. Вот. Хотя необходимо больше информации хотя бы, вот, потому что, ну, вы вот сами предоставили информации, ну, не очень много, вот, именно вот в контексте своего рассказа, потому что все-таки, наверное, хотелось бы, ну, побольше информации о вас. Именно о вас, не о мужчине, который вам запрещается. Вот. И важным моментом в этом аспекте является то, что вас ограничивают. Это правда. Вам действительно, ну, вас действительно пытаются ограничить, вот. Но важно понимать истоки этих ограничений. То есть ведь вы же привлекли своего мужчину, да? Не просто так. Вы его привлекли. Вы привлекли его, потому что он увидел, что вы откликнетесь на его вот так скажем, посылы. И почему? Он увидел, что вы можете вот позволить ему как бы ну, вас ограничивать. Он увидел вот эту вот ну, возможность как бы. И в чем здесь, ну, в чем здесь момент, в чем здесь важный момент, в том, что вам это нужно. Вот. Важность момента в том, что вам это нужно. Вам нужно, чтобы вас ограничивала. Вот. Понимаете, какая штука.
И вот вопрос, в том и заключается, как бы, да, для чего вам это нужно, почему вы в этом нуждаетесь, вот. Ну, поймите, вы же не просто так вот это вот, ну, как бы, с человеком вот такие отношения, как бы, вступили. Ну, совершенно очевидно, что не просто так. И вот задача ваша заключается в том, чтобы лучше в себе разобраться. Вот. Ваша задача заключается в том, чтобы лучше себя понять. Ваша задача заключается в том, чтобы разобраться в себе и увидеть то, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите. Вот. Что вам нужно. Понимаете? Вот. То есть, как бы это нормально. Абсолютно нормально. Нуждаться в защите. Вот. Хотеть, ну вот, так, как бы, ну, хотеть защищенности, назовем это так. Вот. Это абсолютно нормально. Но способы, которые вы можете использовать для того, чтобы это получать, вот способы могут быть весьма деструктивными, к сожалению. Вот. И, вероятно, у вас как раз именно вот такие способы, деструктивные. Вот. Обратите внимание, что у вас как будто бы нет смысла жить без человека. То есть смысл моей жизни должен быть кто-то другой. Не я у себя, а кто-то другой. Понимаете? Я должна жить для кого-то, говорите вы. То есть вы говорите, что мужчина тиран и абьюзер. И как бы формально вы правы. Но человек просто отражает вам то, что происходит у вас. Если вы в глубине души направлены на то, чтобы жить для кого-то, то вы будете встречать таких людей. И еще несколько деталей. Вы пишете, я встречаюсь с парнем 2 года. Он 2 года ведет себя так. Или как? Вы пишете, на днях мы расстались по его инициативе, но причина была глупой и выдуманной. Скажите, пожалуйста, как получается, что вы обесцениваете эту причину? Это первое. Второе. Если мужчина тиран, он так же, как и вы, находится в созависимых отношениях и, скорее всего, к вам вернется. Вопрос в том, чего вы хотите. Вот. Вы пишете, мы стабильно раз в месяц расставались и мирились. Из-за чего расставались и как мирились. Ну, то есть, как вот происходил процесс примирения. Что он вот из себя представлял этот процесс. Вот.
очень было бы интересно этот аспект, да, раскрыть. Потому что примирение без каких-то решений, да, без без каких-то договоренностей. Вот. Смысла особо не имеет. Вот. Не знаю, понимаете ли вы это или нет. Поэтому обратите, пожалуйста, на данный аспект свое внимание. Это важно для, собственно, вашего дальнейшего продвижения по жизни. Вот. Ну и если мы как бы соглашаемся с тем, что вы находитесь в зависимых отношениях, раз ваш мужчина ведет себя так, а вы своей как бы жизни вот без него не представляете, то вам нужна терапия для созависимых и для зависимых. В данном случае вы любовно зависимый партнер, вам нужна терапия для любовно зависимых. Вот. Это можно только вот в рамках терапии, потому что так совет вам не помог. Ну как, при любой зависимости. Вот. При этом важно понимать, что ваша зависимость, она стала возможна в той системе, в которой вы находитесь. Вот. То есть вы находитесь в некой системе людей вокруг вас, которые сделали возможным то, что вы вот то, что вы зависимы. Вот. И это тоже нужно менять. Потому что в противном случае, если этого не сделать, то ну, грубо говоря, да, пройдя терапию, например, вы снова попадете в эту вот как бы систему. Будет ли вот что-то хорошее, ну, будет ли что-то хорошее? Ну, я думаю, что совершенно очевидно, что, ну, совершенно очевидно, что нет. Вот. Вот такая вот история. Такой вот момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Надеюсь, что он дал вам некую вот пищу для размышлений. Ну вот, надеюсь, что вам это было, ну, как бы, конструктивно для вас это было. Вот, и очень надеюсь, что вы все-таки вот как-то не будете, ну, ограничиваться советами, да, то есть, ну, спрашивать совета, а все-таки как бы выберите себе эксперта и начнете работу, потому что работа — это комплексность. Вот. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.